Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу, как почистить и нарезать манго двумя разными способами. Приступаем! Итак, прежде всего, купив манго, убедитесь, что оно спелое. Если вдруг при нажатии оно совершенно твердое, не стоит его разрезать. Вы не получите от него никакого удовольствия. Заверните его в пергаментную бумагу и при комнатной температуре оставьте на 2-3 дня. И когда вот вы почувствуете, что оно под пальцами стало мягеньким, слишком тоже не давите, так как оно очень сочное, и вы просто его повредите, затем там будет сплошной сок выливаться. Значит, он поспел, и можно его разрезать и наслаждаться. Значит, посмотрите, здесь он такой достаточно худенький, а здесь потолще. Значит, косточка находится вот таким вот образом. Вот так вот не разрезаем, а примерно сбоку от косточки. И чувствуем, если вдруг пошло сопротивление, старайтесь ножом идти по косточке. И вот так вот срезали. Это наша первая половинка. И нарезаю ее вот таким вот образом. Слишком не давите, чтобы не прорезать кожицу. И вот таким вот образом можно его подавать. Ну, а можно сделать немного по-другому. Срезаю мякоть с этой стороны. Также нарезаю на кубики. Беру стаканчик с тонкими стенками и вот таким вот образом собираю мякоть. И счищаю остатки со стеночек. Здесь совсем мало остается остатков. Очень удобно. И должна сказать, что ложкой вы так не счистите. Стаканчиком именно гораздо удобнее получается. Ну, такая подача — это для себя, для семьи. Если же вы хотите поставить на праздничный стол или угостить друзей, то, конечно же, такая будет гораздо эффектнее. И что же мы делаем с косточкой? Просто так ее лучше не обгрызать. Говорят, что она портит эмаль. Лучше зубами здесь не касаться. Поэтому здесь мы просто срезаем шкурочку. Попугай мой нервничает. Он ждет, когда кусочек попадет ему. А я вот тут вот так долго рассказываю. И всю мякоть срезаю. Вот таким вот образом. И вот такой вот у меня получился результат. Выбирайте тот способ, который вам больше подходит. Надеюсь, видео было вам полезно. Если да, не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Всем пока, до новых встреч уже совсем скоро.